Вот же у меня перед глазами в чатике идеальная траектория Соника, которая должна была быть. Ну блин, меня теперь это отвлекать будет. Опять упрыгнул. Будет вечной битвой. Все равно кто-нибудь победит. Один из нас. И этот один из нас явно желтый. Нормально, блин, вообще нормально. Прям как надо. Хорошие кольца. Плохо. Плохо, ну блин, потому что... Ну когда такой двойной прыжок делаешь, то его закидывает аж наверх, да? Это значит, что у него сбивается вся траектория, и потом его восстановить очень сложно из-за того, что бомбочки еще летят. Но у меня там выбора особо не было. Блин, вот сейчас очень хорошо влил, я бы на втором цикле его уж добил бы на кристаллах, скорее всего. Ну если бы, конечно, он не появился еще вверху на Sonic the Name Speed My Game. Ой, не в ту сторону пострелял. Не, ну мне еще Гасты помогает, как бы. Верный товарищ и друг. Хотя бы моральная поддержка от Гасты найдет. Ну тут я затупил, чисто я. Ой. Соник, ты не думай, на тебя надвигается целая армия Боши. То, что ты там уже, сколько-то там, не знаю, 1000 Боши убил, как бы там, даже меньше 1000, да? Это вообще тебе ничего не дает, там их еще неограниченное количество. Эта армия бесконечна. Сопротивление бесполезно. Только вопрос времени. Утешал я себя.
Ох ты ж, что ты делаешь-то? Упоротый. Норм вообще, норм. Третий цикл. Давай, вдыхай, Соник. Все, пришло твое время. Наигрался с тобой. Ну все, наигрался с тобой. Соник, ура! Фу. Сейф нахрен, сейф. Все, никто не скипнет, никакой там человеческой жизни не закончится. Ну чё, блин, нормально вообще, нормально. Фух.